Экспорт продуктов станет более контролируемым. Продажа в обход товарной биржи будет чревата штрафом. На это направлен один из законопроектов, который в первом чтении приняли депутаты Палаты представителей. Приблизительно каждый пятый литр молока вывезен из Беларуси с нарушением правил торгов на бирже и низким ценам. Страна несет убытки. Общая стоимость такой продукции составила почти 250 миллионов рублей. Для предотвращения подобных нарушений и разработан законопроект. Если вот товар из перечня продан не через биржу, вводится административная ответственность. Если это первый раз, это предупредительный характер. Если это второй раз, то уже от 10 до 30 базовых величин. Для того, чтобы усилить контроль за реализацией на экспорт стратегически важного для нашей страны сырья. Всего депутаты рассмотрели 11 законопроектов по вопросам трансплантации органов, экологии, радиационной безопасности. Это особенно актуально сейчас, когда близится к завершению строительства атомной электростанции в Островце. Новый законопроект – это еще один шаг к национальной стратегии обращения с ядерными отходами.